Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Так, и мы с Димой в этом году впервые выбрались именно ловить линка. Всего у нас было две рыбалки. Одну как бы мы начальную съездили, обнулились, открыли сезон. И сегодня мы уже хотим просто порыбачить линочка. Нас таким медленным течением плавно несет по красивой горной речке. Вода достаточно чистая. Погода шепчет. Да, погода шепчет. Уровень воды тоже нормальный. И думаю, в принципе, нам теоретически мы имеем шансы на успех с Дмитрием Леонидовичем. Что у нас будет? Да. Какой будет результат, мы его покажем. Да, какой будет результат, мы покажем. Также у нас ходовые испытания мотора с новой насадкой. Все мы настроили, все сделали. Скажу сразу же именно по мотору, по насадке, да, что замена именно импеллера на более маленький с обечайкой дала прям четкий конкретный результат. Лодка сейчас сразу же поехала намного лучше, чем с большим импеллером. Помощнее тянет, быстрее едет, быстрее разгоняется. Вот. О, уважаемые зрители, это было все в прямом эфире. Вон он башкой мотает. Таймишонок, что ли? Или кто там? Блин, это таймишонок, наверное. Вон его видно. Четко. Спиннинг у меня Black Hole Trout Mania. Это новинка 2019 года. Мы видим, как происходит борьба. Ой, как красиво. Очень красиво. О! Trout Mania, всего у нас это до 13 или до 12 грамм теста. Очень легкая снасть. Сейчас Дмитрий Леонидович мне поможет спасти таймишонка. О! Оборвал вместе с воблером, ушел. Хотя таймишонок был небольшой. Но мы видим, он крутился. Видно, перекрутил шнур и убежал. Ну вот, уважаемые зрители, очередная поклевочка, линочка. Ну, линочек такой сильненький, и сдаваться он не хочет. Спиннинг очень хорошо вяжет данную рыбу. Кабанчик, иди сюда. Очень красиво, конечно, наблюдать за рыбой в чистой воде, когда его видно, этого красавца. Вон он какой. И сразу справиться с ним нелегко. Ты смотри-ка. Весь на позитиве линок-то упирается. Опа!
И наша с Диминой жереха идет к нам. О, смотри, смотри, смотри. Раз, два, три, смотри, их сколько. Это как и вчера, помнишь, их тут бегало. Фига тут такая стая линков, блин, подошли к берегу. Сейчас мы их будем маленько ловить с Леонидычем. Вон линяра стоит. Смотри, смотри, ты сейчас даже воблером. Не, у тебя чуть-чуть снесло воблер. Вон падла стоит какой. Здоровый. Вон еще один стоит. Вот он, уважаемые зрители. Конечно, их там стая целая стоит под берегом. Видно, как они гоняются. Видно, как происходят поклевки. Нам очень повезло, что сегодня такой хороший день. Хороший уровень воды, чистая вода в нормальном уровне. И линки уже начинают поклевывать. Маленького мы отпустим. Иди сюда, красавчик, не бойся. Спасибо за поклевку. Начинает у нас поклевывать леночки. И очередная поклевочка. Ох, какой он бойкий и сильный. Прям вообще здорово. Запрет у нас закончился. Рыба отнерестилась. И начинает активно клевать. Ну иди сюда. Ой, какой красавчик, красавчик. О! Хорошенький. Да, вот здесь как раз Леонидыч применил хитрую тактику. Поставил итума-самбу с более большим заглублением. Увидел ямка. И, конечно, шансы у Леонидыча сразу же возрастают на поклевку и на поимку более крупной рыбы. Вот он. Ну, только я это сказал, и у Леонидыча сразу же, уважаемые зрители, произошла поклевка. Вот он только самбу поставил побольше. По-моему, размеру чуть-чуть побольше, да? На, вот Леонидыч тащит рыбешку. Ну, мелких мы всех выпустим. Погрызенный тайменем хвост я вижу у него. У этого линка. Да, смотри, какие царапины. Офигеть, как его таймень подрал. Здорово, здорово его. О, а вот этот выход на косу пошел. Это вот уже стихия маленького чипа начинается. И вот здесь я уже теперь тоже после ямки могу рассчитывать на какой-то бонус. О, падла! Только 2-3 обороты, сразу же была поклевка, подсечка. Я воблер выдрал у него из пасти. Вот так вот. Ну, а дальше воблер перехлестнулся. Хорошее ощущение после зимы. На спиннинг до 12 грамм, на легкую снасть половить хороших жирных линков. Вот он!
Прямо они все клюют в прямом ушу. Вон стоит. Смотри, сорвался и пошел. Классно, классно. Это хорошее ощущение, позитивное. Вот здесь они все и стоят. Опа, еще одна поклевка. Только успеваю закидывать, уважаемые зрители. Вы не поверите. Никакой это не монтаж. Это все в реальном времени. Заброс, поклевка, заброс, поклевка. Почти ни одного заброса линки не пропускает. То есть видим мелкота. И здесь, конечно, стихия маленьких мелководных воблеров. Которых уже нет в продаже. Да, которых уже нет в продаже, но... Ах ты! Это шон! Маленький таймишонок! И мы аккуратно его выпускаем. Аккуратно, чуть-чуть не получилось, выскользнул. Но я не стал препятствовать этому, чтобы не травмировать таймишонка. Вот он! Только заброс, все. Он сразу налипает на поклевку. Спиннинг отлично вяжет, прям рыба прилипает. Trout Mania — это Black Hole, новинка 19 года. Я ей рыбачу в первый раз, уважаемые зрители. Спиннинг хорошо кидает, хорошо вяжет рыбу. Просто здорово. Че, опять что ли таймишонок? Или нет? Не попал. Это опять таймишонок. Да елки-палки. Схватился он. Хорошо. Ну что, друг, терпи. Сейчас будем тебя освобождать. Все, спасибо за поклевку. О, пошел. Все, давай. Это хорошо, мы наблюдаем, что достаточно высокая концентрация маленьких таймишат. Значит, они будут расти. И у нас еще на Дальнем Востоке будут таймени, да, Леонидыч? Конечно, будут. Но решили мы с Димой маленько выйти на берег. Перекусили. Выпили несколько рюмок чая. Вот, и решили маленько погулять по бережку. И я традиционно иногда тоже балуюсь ловлей с берега. И решил попробовать тоже чуть-чуть порыбачить с берега и посмотреть, какой будет результат. Время идет примерно к обеду. И утренний клев уже закончился. И рыба уже вот почти перестала клевать. И мы с Леонидычем вот приехали маленько на бережок передохнуть. Ну, мы перекусили, все нормально. Дима пошел ниже там под заломом рыбачить. Я решил покидать и еще раз насладиться вот этим новинкой Trout Mania от фирмы Black Hole. Это новинка 19 года. Вот с такой классной ручкой. Полностью все из евы. Верхняя гайка. Спиннинг у нас получается с тестом 3.12, длина его 213. Вот. Шнур у меня уже вот вахрится весь, он отрыбачил 3 сезона. Вот. Я его еще даже не перематывал, ну, я имею в виду, концами не менял. Вот еще вот так вот. Ну, попробуем, он сейчас уже клевать перестало. Попробуем. Очень хороший вылет у данного спиннинга. Ну вот, уважаемые зрители, поклевочка, но рыба ушла. Хорошо, что ушла, потому что поклевка традиционно была таймишонка. Вот, и очень сильно он дергался, я понимаю, что это не линок. Я его даже и засекать сильно не стал. Ну и хорошо, что ушел, чтобы его не мучить, не подводить, не отпускать.
Традиционно всегда в этом месте первый клюет именно таймишонок. Он здесь всегда стоит. Вот. Ну вот. Дождался я поклевочки. Малыш. Малыш-ленок решил отведать воблерка. Ух ты. Да иди сюда быстрее, отпущу уже, прекращай. Ты какой настырный, а? Ах ты, как путный большой уже себя ведет такой, боец уже полный такой. Давай, давай, не теряй силы, иди сюда. Сейчас я тебя отпущу. Все, друг, спасибо за поклевку. Давай, беги. Все, побежал, бодренький. Опа! О! Вот это да! Хорошая такая поклевка. Вообще четко так. Классно. Иди сюда, малыш. Этот у нас покрупней. Или такой же. Но то у нас был проходной. Этот у нас местный леопардик. Пятнистый. Тоже очень сильный, смотрите вот. Только закончился нерест. Ну как не только что, снялся запрет по ловле рыбы. И они уже такие все небольшие, бодрые, сильные. Вот именно хочу подчеркнуть, что уже сильные рыбки. Вот такой пузатенький, дружище, нахватился ты тут знатно, все, ой какой пузатый, смотрите, кормится, наедается, спасибо за поклевку, давай беги, 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 все, чао. Вон его, белая пузо. Угу. Красавчик. Могет, умеет клевать, радовать. Рыбацкую душу после зимы. Красавчик, иди сюда. Конечно, мы обязательно тебя отпустим. Подходи, не бойся. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. О. На такую снасть, конечно, кайфово, очень кайфово. Это у нас проходной леночек. О, Дмитрий Леонидович! Поймал маленького таймешку. Сейчас он с ним борется и старается аккуратненько его выводить. У Дмитрия Леонидовича Black Hole Booster до 15 грамм. Очень легкая снасть. Смотрите, как она со стороны изгибается, уважаемые зрители. Это феноменально. Нифига изгиб. Неужели я со стороны так же смотрюсь? О, какой таймешка маленький. Ого-го. Подхватывай его через это. Сейчас будем это. Угу. Освобождать и отпускать. Вот такой красавчик. Вот мы с Дмитрием Леонидовичем подъехали вот в такое вот суксо. Что, ленок что? Да-да-да, я видел, блеснул. Ну,
сексуальное место Леонидыч кинул, и сразу же ленок бежал, мелькнул, он даже прихватил Дима, там дернул, он сорвался и воблер выскочил. То есть вот такое вот интересное местечко. С виду все кажется, как бы их нет, но они есть, некоторых видно, как они стоят. Очень неплохо здесь порыбачить. И тумаров, где эта тема. Да, второй уже. Только заброс. Два заброса, две рыбы. Что-то кунчик. Не докинул. Третий. Опа, догнал. Три заброса, три рыбки. О, нифига их тут стая. Этот напугал. Из-под корчей, из-под этих такая стая выбежала. Этот начал тут бултыхаться. Спасибо, брат, за поклевку. Беги. Надеюсь, я не сильно тебя протравмировал. Посмотрим дальше, будет ли четвертый заброс и четвертая рыба. Ну, их стоит очень много. Здесь стоят, тут стоят. Видно, как они на камеру не видно, но я в поляриках вижу, что концентрация рыбы на этом участке богатая. Есть! Четвертый заброс, четвертая рыба. Леонидыч.
Вон еще стоят. Да их тут стая такая, Дима. Пипец. Ну, стая большая. Ну, линки все небольшие. Рыбы много. Спасибо, друг. Беги. Ну, посмотрим, будет ли пятый заброс и пятая рыба. То есть, я сделал 4 заброса, 4 рыбки. Один ушел, догнал второй там. Они тут есть. Пятый заброс. Есть! Пятый заброс, пятая рыба. Ни одного заброса не пропускает, Дим. Ну все вот такие вот, грамм по 500, по 300. Обмотался ты, да? Красавец. Спасибо. Беги. Неплохой результат. 5 забросов, 5 рыб, Дим. Ну давайте попробуем 6-й заброс. Есть! Ушел. О, вот это самый большой был. Килограмма на 3. Ну что, не все скоту масленица. 6-й заброс, 6-я поклевка, исход. Большой, большой был. Стоял и вот под этой корягой. У меня вот камера снимает в реальном масштабе времени. Я думаю, фанатам нашего канала будет очень весело посмотреть. Скажем так, как правильно назвать это все? Посмотреть эту сказку, да, или радость жизни, но рыбка маленькая, но клюет. Есть! 7-й заброс. И опять ни одного заброса без поклевки. Ни одного. А? Ну вот заходи в Эдерсах, Дим, заходи вот к этому корчу, ты пройдешь, я просто в сапогах, выше меня. И туда вот кидай, ты увидишь сейчас бревно, без очков увидишь. Леонидович, бревно видишь, он там лежит, смотри, вот на том. Вот под него кидаешь, вот туда выше заходи, ты пройдешь в Эдерсах. И кидай ниже бревна, вот там два бревна лежит, их видно. Они за ним стоят. Ну только смотри, когда снос будет, чтобы не насадить вот на это вот. Смотри, лежит. Опа, иди сюда. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Опа! Это! Леонидович, этот повменяемый. Спасибо тебе, брат. Беги. Сейчас ёбнет.
Вот они тут вот все, блядь, стоят, эти кадры. Техника, вот как я тебе рассказывал с роуди. Есть! Ушел! Ну, наконец-то! 8 забросов, 8 поклевок, 6 вытащенных рыб. То есть все это... Вот я все кидаю в реальном масштабе времени. Даже камеру на паузу не ставлю, уважаемые зрители. Рыба не пропускает ни одного заброса. Со мной, конечно, легендарный Ютума Ровди. Мне всегда задают в последнее время вопросы, где купить воблер Ютума. Фирма Коякс уже второй год их не завозит по определенным причинам. Но воблеры не кислые. Я скажу, по горным рекам лучше воблеров я не видел. Есть! 9-й заброс, 9-я поклевка. Эльдорадо рыбная, слышь? Ну. О, мистер Таймишонок. Сказал, что это тут линки все едят, а я не, да? Тезя хочу. Ну и клюнул, да? Держись. Спасибо тебе, братан. Снял, Дим? Есть! Дима! 9 забросов, 9 поклевок и 2 схода. 8 рыб, 8-ю тащу. Хороший результат. 10 забросов и все поклевочные. Смог реализовать 8-го. 2 было схода и 8 реализованных рыб. Спасибо. Беги. Опа, поклевка. Ну вот, 11 забросов, 11 поклевок. Ну так нормально стаи подушат тау, да, Дим? О, Леонидыч тоже. Тащит рыбку. О, там у Леонидыча какой там линярчик. Дима тоже ловит роуди и тума. Спиннинг у него Black Hole. Бустер, смотрите, как он работает. О,
Леонидович принял рыбку. И отпускает. Ну. Кстати, самое, что прикольно, ты даже знаешь, Дима, где стоят? Вот прямо вот здесь вот. Вот он так и стоит вот здесь, за мной прячется, думает, я коряк. Ага. Никуда не уходит. А знаете, уважаемые зрители, потому, почему у нас каждого заброса крут линким? Потому что они знают, что их всех отпустят. Правильно? Больше отпускайте рыбу, уважаемые зрители, и она всегда будет вам клевать. Да? Судя ему воблера клюнет. Я будут коры, если сейчас клюнет. Опа. Опять поклевка. Вот не поверите, уважаемые зрители, я уже со счету сбился, сколько забросов сделал, и всегда клюет. Ну вот, уважаемые зрители, наша рыбалка с Димой подошла к концу. И сейчас Дмитрий Леонидович расскажет вам, на какие снасти мы рыбачили. Ну и расскажет, как после нерестовый линок клюет, в каких он, ну там примерно местах, какие проводки. Все было не так, как осенью, все неоднозначно. От этого как бы в помощь вам расскажем. Ну и что-то чуть-чуть покажем. Да, рыба такая неактивная. Она есть, но в таком какой-то полудремотной фазе. Мы решили, что она после нереста еще болеет и вот только отходит. И ну, выходили на атаку, в основном такие единицы. Я работал. У меня палочка от Black Hole, бустер. Тест там 4.20. Такая достаточно посылистая палочка, упругая. Мне понравилась она, ну, как она работает. Единственное, может быть, чуть коротковатая по сравнению с твоей троутманией. Саша троутманией кидал, коротковато. И некоторые места я не мог докинуть, докуда вот ты докладывал приманочку, да. Нужно точно положить где-то под берег, под кусток, и буквально там 30 сантиметров уже играла роль. Играла. Из приманок у нас работал в основном Кутумовский чип. Почему-то очень мелкий он предпочитает приманки. Я пробовал на юзуре ловить, побольше ставил приманки. У меня бычок под каменщик. Ну покажи его, чтобы видели. Да, пробовал большие вот такие кренки. И большие такие кренки пробовал. Пробовал вот такой вот знаменитый воблер. Любят его наши дальневосточники. И пробовал вот этот мой любимый хардкор. Но они почему-то все молчали. Работал юзури, работал роуди миноу. Роуди миноу очень понравился. На твиче, где-то на паузах, легкие подергивания, пауза, поклевки. Вот он у нас, теоретически нашу рыбалку сегодня всю и сделал, роуди. И, ну, и чип, наверное, немножко. И также я, как всегда, ну, работал самбой. Самба нравится чем? Она уже летит далеко, уже можно отойти подальше от берега, от кустов. Ну и послал ее, все, она уже за тебя там все твои дела делает. Там круг подкрутил чуть-чуть катушечку, ну может где-то дал паузу. Вот. Ну рыбалка трудовая, несмотря на все, на погоду, на все вот эти прекрасные, на все стечение обстоятельств, рыбалка у нас была трудовая. Пришлось рыбу искать, да. Соблазнять на поклевку. Да, вот это тоже самый главный момент, потому что абы как на простых проводках не клевало. И не стояло в традиционных местах. Там, допустим, где осенью он стоит, уже корчи и глубина, типа плес, казалось бы, фигоньки, ни одной рыбки в корчах на глубине не было. Да, в основном с мелководья. Да, да, скос, да, с мелководья, там какие-то ветки на мелководье, ну, нависают зеленые под ними. Мы видели даже линок там на берег, то ли за кузнечиком, то ли, ну, за какой-то живностью, то ли, не знаю, там, прям на берег аж, ну, под кустами там аж вылазил. И мы начали кидать, и сразу там 4 поклевки было. Поэтому у нас и работали и воблеры, ну, небольшие воблеры. Да, там, небольшие воблеры. С заглублением. Угу. Поэтому они у нас на косах работали. Ну, сам вот туда кидаешь, сам вот туда отправляешь, ну, начинаешь, соответственно, по камням лопатой стучать. Там бы где-то больше вот
под таким под берегом, ну под осенним, да, под работ... глубоким, да, да, где вот теоретически он должен стоять, но он будет стоять, скорее всего, там уже осенью. Да. Сейчас где-то венок в других местах, в основном на косах. И, кстати, что самое интересное, блин, 80 поклевок мелкого линка, не нерестоспособного. Именно те, которые большие линки, то есть, ну, маточное стадо, которое вот сейчас вот отнерестилось, у них очень мало поклевок, очень мало. В основном все клюют небольшие, нерестоспособные линки. Возможно, все-таки вода была холодная, поздняя осень, лед поздно сошел, и, наверное, вот из-за этого немножко сдвинулось. Он отнерестился, но еще приходит в себя. Да, еще приходит в себя. Ну, а в целом, фильм вы, уважаемые зрители, практически посмотрели. Сами видели, каких мы их там ловили. Ну, мы с Димой неплохо провели время. Замечательный день, хорошая погода, хорошая вода в хорошем уровне. После зимы, я считаю, мы достойно. Также мы обкатали нашу насадочку водометную. Вот. Все у нас хорошо, все у нас настроилось. Скажу сразу же, мы уже на видео там снимать не стали. Наверное, но я вставлю в некоторые заставки, что насадка сама от 40-ки, да, а у нас Сузука 4-тактная 30-ка. И когда импеллер с обечайкой стоял от 40-ки, то лодка, можно сказать, по сравнению с этим вариантом, который сейчас, шла очень тяжело. Как только мы с Димой поменяли от 30-ки обечайку с импеллером. По меньшей серии, это мы в рыболовной академии покупали. То мотор сразу же ожил, начал на глиссер быстрее толкать. Прям заметно даже это, вот, ну, без вариантов. Ну, пробовали лодочку подгружать, вот, ну, на рыбалке. С нами был еще Андрей, он сегодня... Вчера уехал. Мы тоже ребятам помогали подниматься, вот. И я честно скажу, на скольких килограммах мы проблемы испытали? В районе 400, наверное, 50, да? Ну да, где-то 500. Где-то на 500 килограммах мы на данной лодке, это Solar 470 стрела и Сузука 4-тактная. Ну, скажем, от 4 до 500 килограмм мы с этим грузом начали испытывать проблемы. Старт на мелководье, идет хорошо только на мелководье, и все. И такое подозрение у меня складывается, что насадка эта вот от 40-ки, она побольше размером, и чуть-чуть мощность, возможно, не выдает, да? Полную, наверное, да. Вот как от 30-ки. Стрела, наверное, помощнее крутится, побыстрее должна быть струя, да. А улитка большая. Да, улитка большая, не дает вот эту струе скорость, возможно. То есть мы так почему-то думаем, да. Все, на этом мы, уважаемые, заканчиваем наше видео. Смотрите нас, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До свидания. Пока. До новых встреч.